Вот у нас... Всем привет, мы на канале MyDay. У нас есть такая брошюрка «Роботы». Мы идем на выставку. Четвертый павильон. Будем покупать билеты здесь, сказали. Разгоняйся. Разгоняюсь, холодно. Мы зашли на выставку, купили билетик. И вот первый экспонат. Робот украиночка. Я украиночка. И ты украиночка. Я не хотела. Она не хотела. Привет. Добрый день. Да, видишь, она как Сири. А как тебя зовут? Я не Сири. А, я ты... как тебя зовут? Сири в айфоне. Да, мы в курсе, спасибо. Как тебя зовут? Она сказала Кики. Как тебя зовут? Меня зовут Кики. Кики, смотри, вот. Мне 4 месяца. Она маленькая, ей 4 месяца. А Даше 4 годика, да? Просто мастишки много ела. Вот и выросла. Много ела, вот и выросла. Смотри, у девочки тут какие лапы огромные. Пойдем подойдем, посмотрим. Это лапы от какого-то трансформера огромного. Сейчас Даша станет огромным трансформером. Кики продолжает беседу. Вот это да! Ты представляешь, ты можешь сидеть на диване и доставать себе все, что хочешь по сторонам. Нравится? Да. Даже под впечатлением. Самый обычный песок, а с подсветкой получается вот такая красота. Чем глубже ты будешь копать, тем синее будет вода, потому что ты как бы море глубокое делаешь. Понимаешь? А наверху снег лежит, гора. Мы идем на шоу летающих дронов, как в экспериментаниуме, помнишь? Да я попробую тоже. Вот она, молния какая, разряд. Много классных штучек интересных. Даша, это что? Это футболисты? Это футбольное поле. Даша будет управлять. И ведешь куда-то в эту сторону, он туда едет. Давай. Ок, попробуешь? Привет! Ты везде можешь ездить? Дашуль, давай. Я поправила немножко. Ты! Наша водит сенсором, и робот есть, крутится. Пошли, альфы будут танцевать. Диско! Покатился. Он передвигается, получается, когда ты по кругу вертишь. Он так прямо не ходит. Бибик. Привет, черный. Даша будет белым. Белым будешь управлять? Да, белым. Давай. Смотри, как он вертится. У-ху. Привет. Ого. А это, я не знаю, это оранжевый пылесос, что ли? Это, наверное, пылесос. Привет, ты что-то говоришь? Привет! Ты кто такой вообще? О, Даша, это-то говорит. Хорошо, как твои дела? У меня нормально. И у меня нормально. У всех все нормально. Круто. Я робот Медея. Догони меня. Давай. Давай, убегай. Робот играет в догонялки. Привет! Догони меня! Опа! Медея играет в прятки с Дашей. Медея, Даша спряталась за тобой прям сразу. Она сзади тебя. Суперская Медея. Маленький друг, кибердруг. Но мы предпочитаем живых друзей, да?
Это одноразово, просто интересно. Сейчас мальчик заправит слайдером. И Дашулька начинает. Опа, линии надвигаются на красного. И стреляем, Даш. Молодец. Медея очень прикольная. Она нам понравилась. Нет, давай лучше поиграем в прятки. Она соглашается во все игры играть, ты заметила? Давай. Все, что Даша не предлагает, Медея готова. Тебе подсказать? Да. Даша сзади тебя. Даша с Медеей поехали к Кике. Посмотрим, что Кики делает, да? Кики, мы к тебе в гости приехали. Привет. Привет, Медея. Ты говоришь, вас тут 4 крутых робота, да? Ты куда поехала? Что-то Кики разошлась. Кики, ты куда? Поехали обратно. Супер. Очень нравится тебе. Да? Не страшно, не бойся, это классно. Ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал Mayday. Всем пока. Всем пока. Всем пока.